пожаловать на канал Мыло Офф. И сегодня я хочу сделать обзор воска пчелиного натурального. Фасовка 100 грамм. Пчелиный воск внешне представляет собой вещество твердой консистенции, желтого бурого оттенка с сладковатым медовым ароматом и температурой плавления 65-68 градусов Цельсия. Пластичность воск приобретает при температуре 35-37 градусов Цельсия. Химический состав воска содержит до 300 разных соединений. Пчелиный воск хорошо растворяется в горячем спирте, отлично растворяется в хлорформе, жирах, парафине, эфире, скипидаре, бензине, эфирных маслах, но не растворим в глицерине, а также в воде. Благодаря высокому проценту содержания провитамина А, пчелиный воск незаменим в косметических препаратах, направленных на устранение кожных дефектов. Косметическое применение пчелиного воска таково: очищающие лосьоны, баттеры для рук, питательные кремы, массажные плитки, средства для эпиляции, средства для ухода за ногтевыми пластинами, мази от натоптышей и мозолей, косметика для волос, декоративная косметика, такая как помады, бальзамы, пляжная косметика, средства после бритья, заживляющие мази, антицеллюлитные средства. Вот в таком пакетике мы его отправляем. Вот так выглядит воск, такие кусочки желтого цвета. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте ставить пальчик вверх, подписываться. До новых встреч!